Следующее обновление, друзья, будет называться Аквадискотека. В общем, вот что я придумал по поводу этой аквадискотеки. Посмотрел недавно видеоклипчик от мистера Кэта, где он бегает по Морнхолду. И собственно говоря, одну локацию я там так сделал, ну, покрасивее немножечко. Там как бы в Морнхолде и без того были фонтаны. Вот. Я им добавил легенькую подсветочку, ну и, собственно, сами фонтаны починил. Чтобы попасть в Морнхолд, вам потребуется уровень номер 2. И из Эбенгарда, вот отсюда вот. То есть вот. Это Эбенгард, Винхорный совет. Этот псевдоним. Вы сможете телепортироваться в Морнхолд, если у вас уровень 2. У меня уровень 8. Так что вполне себе легко. Туда вы телепортируетесь за 250 золотых. Вот такая там нужна девчонка тут, Асиен Рейн. У нее на втором уровне появляется диалоговая строчка, транспортировка в Морнхолд. Там идет проверка на болезни, скримские или там муравинские. Есть они, нету их, в общем, с болезнями не пустят в Морнхолд. Но вот без болезней легко туда телепортироваться. Это, конечно, не та причина, почему название такое у обновления Аквадискотека. Сначала родилось само название, само по себе. Вот. И только сейчас родилась идея того, как будет выглядеть Аквадискотека. Вот. Вот это вот наша Аквадискотека. Сейчас мы будем бегать, пока не стемнеет. Ночью будет еще красивее. То есть у фонтанчиков вы видите, и звуки есть они. И водичку, кстати сказать, сюда я налил тоже. Вот вообще это странное дело, то что у меня в редакторе, вот видите, тут стульчик один теперь есть. У меня в редакторе только вот этот вот фонтан работал. А вот в игре я вижу, они все с подсветкой все работают. А в редакторе почему-то у меня только один он светился. Ну ладно, это я сделал такой небольшой маркер, чтобы типа знать, какой у меня 100% светится. Вот, ну и теперь давай. У вас такое же небо, как у меня. Вот, сейчас мы сделаем вообще до ночи, подождем. Ну и вот. 23, считайте, ночи. 12:30. Вот. Вот такая вот такая дискотека у нас. Лайк и подписка, если вы впервые на канале. И, в общем, ждите это обновление, оно будет вот с этой вот такой дискотекой прикольной. А, да, еще один момент хотел вам показать обязательно. Что оказывается, вот здесь вот здесь у ноги у Мирунца Дагона торчит лестница. Эта лестница — это вход в подземелье Морнхолда. Разумеется, там никакие квесты не работают, но тем не менее тут можно вот побегать и посмотреть, как выглядит старый Морнхолд. Так, чего там такое? А, сука.
Еще вот так вот сделаем для красоты. Я джойстичком так аккуратненько управляю, чтобы показать. Вот в этом месте я еще вообще даже и не был ни разу. Но тут, друзья мои, есть и враги все две мирские, и все на свете. Вот такой вот это главный зал, в который вы попадаете по ходу квеста. Так что тут можно будет сюда тоже пройти без проблем и выйти потом отсюда. Правда, забраться вот по этим колоннам у меня так не получилось наверх. Тут нужна левитация. Вот, друзья, все на этом. Спасибо всем за просмотр. Все, до встречи.